Он что, вас мертвый, что ли? Вой, скорее! Похоже, шею свернули. Послушайте, я лейтенанту все рассказал. Можно я домой пойду? Это оперативник, я следователь Следственного комитета. Сейчас мне все повторите и домой. Мужика тащили из сада Эрмитаж, как пьяного. Двое тащили. Один рыхлый был. Я еще удивился, как он так тащит. А второй за руль сел и уехал. И его Борисом зовут. Вы его знаете? Да нет. Рыхлый его позвал как-то, типа, Борь, давай быстрее. Что-нибудь еще успели увидеть, расслышать? Они были в черных костюмах, такие как на свадьбу или на похороны. И у них была черная обувь. Я успел разглядеть, пока на земле лежал. Машину запомнили? Номера нет, а машину, да, смогу опознать. Лейтенант, давай машинку попробуем отследить. Приметы. Серебристый седан, иномарка, и там надпись «Осирис». Серебристый седан ехал от сада Эрмитаж в сторону… Куда? Туда. В сторону Бульварного кольца. Если что-то вспомните, сообщайте. Угу. Вы свободны. Спасибо. План перехвата объявили? Понятно. Надо узнать насчет людей в черных костюмах в Эрмитаже. Сменила работу. И где же ты теперь? Я в Следственном комитете. Оригинально. И что же ты там делаешь без юридического образования? Я консультант. Представь себе, да. По вопросам культуры, истории, искусства. О, а там и такие вопросы возникают. Ну ладно, ладно. Я надеюсь, тебе лучше на новой работе. Как и на новой кухне. У тебя столько нового. Да, мы переехали. Все вместе? Свекровь твоя тоже переехала? Нет, Раиса Сергеевна осталась там. Боже, не прошло и 10 лет. Ну, я так понимаю, тебя мне не скоро ждать с твоей новой следственной работой, да? Не было сегодня спектакля-то, одни репетиции. Давно уж все разошлись. Последний ключ где-то, ну, около 10 сдали. На улицу кто-нибудь в черных костюмах выходил? Кто же их в костюмах-то на улицу пустит? В костюмах они на сцене. Мы в костюмах не выпускаем. Да я про обычный черный костюм. Пиджак, брюки там. Да нет, вроде. Мы ж не банк какой. Ясно. Всего доброго. Личность погибшего установлена по отпечаткам в биометрическом паспорте. Марченко Ярослав Васильевич. Владелец сети ломбардов в Москве и Подмосковье. Жил неподалеку от сада Эрмитаж. Хорошая квартира, дорогая машина. Все, как мы любим. Вот. Вот. Интересному человеку свернули шею. Да. Денег, документов, мобильного при Марченко не найдено. Нельзя исключать версию ограбления. Подожди, у него что, есть сын? Да, Кононов Матвей Ярославович. Живет один. Записана фамилия уже умершей матери. Подожди, он сидел 5 лет. О, 162-я – это за разбой. Угу. Конована уже вызвали на опознание тела отца. Также нами установлен номер машины, на котором ехали неизвестные. А что план перехват? Результатов не дал. Машина успела ехать за пределы Москвы по Носвихинскому шоссе. Пропала с камер между Никольским и Салтыковкой. А владелец машины кто? Вот Борис Синев, индивидуальный предприниматель. Мы сейчас его ищем, но пока ничто не наводит на место, где Синев может скрываться. В саду Эрмитаж. Вот на одной из камер видно, как двое тащат Марченко к выходу. А лицо одного попало в кадр, это Синев как раз. А другой сгорбился в тени, не видно. Откуда тащат, нельзя сказать. Смотри, эти двое, кто тащит, в костюмах, прям как на парад. А убитый, рубашка расстегнута, и вот ботинок на бусу ногу. Может, он на свидании был? С бабой, что ли? Ну да. Ну, ищите бабу. Ну ты будешь работать, собака страшная! Да. Можно? Света, можно больше не стучаться и не говорить «можно»? Можно. Это теперь и твой кабинет. Ты должна ногой дверь открывать. Извини, Юр, что отвлекаю. Не извиню. Заканчиваем реверансы. Мне Вадим дело дал изучить. О гибели искусствоведа. Леонид Александрович Ермолаев, 80 лет. Ну да, кажется, помню это дело. Он умер от сердечного приступа, когда к нему ворвались грабители. Громилы потом обыскали его квартиру сверху донизу, но ничего не нашли. Искали, кажется, тайник. Да, именно так. При осмотре квартиры обнаружен нетронутый тайник в стене. Тайник был пуст. Хорош, Вадим Романович. Он тебе висяк подкинул, Свет. Так а что ты хотела спросить? А где можно уточнить результаты экспертиз по делу? Это к Ренату. Наш криминалист. Первый этаж, кабинет 28. Спасибо. Не стоит благодарности. Вы очень любезны. Соблаговолите. Тайник был 75 в длину, 60 в высоту и 13 в глубину. Это в сантиметрах? В них родных. А вот здесь вот сказано… По нижней стороне тайника и по боковой идут следы, содержащие частицы льна, мела, казеина и даже масляной краски. Протяженность этих следов известна? Значит, по нижней стороне 683, это в миллиметрах, а по боковой 521. Это тоже прекрасно. Не то слово. 683 на 521 миллиметр. Теперь мы знаем размеры картины. Картина? Конечно. Лен, казеин, мел – это грунтованный холст, да еще и масляная краска. В тайнике была картина. Ну хорошо, а что нам дают размеры этой картины? Размеры каждой картины уникальны. Это как ее отпечатки пальцев. По ним вполне можно выяснить, что это за картина, кто художник, даже не видя этой картины. Светлана, вы нужны мне как женщина. Простите, Вадим Романович, не поняла. У нас тут убитый владелец ломбарда нарисовался. Вы должны, как женщина, объяснить, почему он был так странно одет. Доходный дом страхового общества «Россия». Фото. Не улавливаю связи между этим и этим. Доходный дом страхового общества России нашпигован масонскими символами. Там и летучие мыши, крокодилы, саламандры, не говоря уж о циркулях. Скульптура в нише показывает человека, которого посвящают в масоны. Посвящение в первый градус. Скорее всего, владельцы ломбардов посвящали в первый градус. Откуда вы это знаете? Понимаете, я как женщина вижу беспорядок в одежде, но в этом нет, как сказать, хаоса любовного свидания. Беспорядок подчинен строгой логике. Рубашка расстегнута наполовину, как будто обнажали плечо. Рука раскрыта. И ботинки. Один ботинок надет нормально, изнашнурованный, а вот второй, видно, что надет наспех на босу ногу. А вот где здесь логика-то? Не одет, не раздет. Обнажена одна сторона, которая символизирует открытость сердца посвящаемого. В таком виде находится человек, когда его посвящают в масоны. А те, кого посвятили, в таком же виде? Нет. Посвященные в строгих костюмах, обычно в черных, и на них масонские фартуки. Фартуков не было. Интересная версия, конечно, но фантастичная. Ну, может быть, спросить самих масонов про этого Марченко. А где их искать? У вас много знакомых масонов-то? Да, ты пришел, а? Извините. Ну, вроде отец. Больше ничего сказать не могу. Я в последний раз его еще пацаном видел лет 20 назад. Вы с ним не общались? Сейчас. Он бросил нас с матерью, отсудил себе нашу квартиру. Я вообще его знать не хотел. Мать одна меня растила, на 3 работах вкалывала. Вот он надрывалась в 50 лет. Слушайте, мне теперь что, за свой счет еще и хранить его? У меня лишних денег нет. Вы нигде не работаете? Грузчиком на складе. Считайте, что нигде. Вы ближайший родственник Ярослава Марченко, владельца ломбардов. А значит, наследник миллионов. А мне эти миллионы мать вернут? Что вы на меня так смотрите? А, я наследник. Понятно. Да еще и, наверное, выяснили, что я сидел. А кто сидел, тот всегда подозревается. Не всегда. Где вы были вчера около 11 вечера? Дома был. Один? Не один. Какое это имеет значение? С Дашей был всю ночь. А кто такая Даша? Девушка моя. Можете ее вызвать. Привет. А ты? Хорошо выглядишь? Ты тоже, Кристин, сногсшибательно. Ну ладно, я мне по статусу положено. В салон красоты хожу как на работу. Сейчас с тобой поболтаю и на обертывание. А ты в институте была мышкой. Мы все гадали, что Дремов тебе нашел. Но сейчас… Это развод тебя так неслабо освежил? Откуда знаешь про развод? Ну, Дремова все знают. И о нем все знают. Ты давай лучше рассказывай, чего это я вдруг внезапно тебе понадобилась. Мужика нового ищешь? Из нашего круга? Мужика ищу, да. Не обязательно из вашего круга, мне нужен масон. Ого! Метишь на самый верх? Ай да тихоня. А то все прикидывалось, я вся в науке, не трогайте меня. Мне по работе надо с ним переговорить. Вот как раз по работе. Мне звонил один человек, ему нужен специалист по атрибутированию картин. Я с института этим не занимаюсь. Как раз вспомнила о тебе, даже звонила, но у тебя уже номер другой. Да, сменила недавно. Спасибо, конечно, но мне сейчас не до того. Человек, о котором я говорю, масон. Никому не говорит, но все об этом знают. Живет в Трёхпрудном переулке. Мы с мужем иногда бываем у него на приемах. Очень важная птица. Навряд ли тебе по зубам. Ну, хоть подзаработаешь. Как его зовут? Загорелись глазки. Александр Никитич Вольский. Ну что, звоним? У всех деловых людей есть враги. Поэтому Ярослав Васильевич нанял охрану. Мы были с ним везде, кроме квартиры. Валентин, когда вы в последний раз его видели? Вчера вечером он отпустил меня, потом своего водителя, тоже охранника, и остался дома. А я поехал на дачу маме помогать. О, забыл выкинуть билет на электричку. Ну, я оттуда уехал сегодня и сразу сюда. Значит, вы его везде сопровождали? Даже если он шел к женщинам? Да у него только одна была, Эля. И когда они в последний раз с ней встречались? Пару дней назад в саду Эрмитаж. И что они там делали? Ничего особенного, просто погуляли и разъехались по домам. Эля с ним не жила. Он снимал ей квартиру на Беговой улице. Спасибо, что уделили мне свое время. Проходите вот сюда, пожалуйста. Итак, первая картина. Художник неизвестный, из малых голландцев. 17 век. Ну нет. Я даже еще не открыл картины. Ну нет, размеры картины не те. Такие пропорции подрамников в школе малых голландцев никогда не использовались. Холст фабричный, произведен самое раннее, начало 20 века. Техника мазка тоже 20 век, конец 19-го. И вот этот символ, он появился не раньше середины 20 века и семантически связан с Россией, а не с Голландией. Блестяще. Художник так и остался неизвестным, а картина из 17 века перебралась в век 20-й. У меня у самого были сомнения насчет голландцев, и вы их подтвердили и аргументировали. Браво, браво. Ну что, вторая картина? Давайте. Тут уже художник известный, если это в самом деле он. Собственно, меня больше интересует подлинность картины. По первичным признакам это Николай Ге. Конец 80-х годов 19 века. Считалась утраченной. Мне попадались описания утраченных работ Ге, и там была одна именно с таким описанием. Николай Ге написал ее в период знакомства с Львом Толстым. Господи, откуда она у вас? Я приобрел ее в частном аукционном доме. За довольно приличную сумму, между прочим. А размеры картины 521 на 683 миллиметра? Да. Откуда вы это знаете? А как давно вы ее приобрели? Около месяца назад. Ну, что-то не так? Нет. Все сходится. Ну, не знаю, ничего масонского в доме не нашли. Но вы спросите у него. Позже обсудим. Вы потом в отдел? А, ну ладно. Ничего, откопала ваша Света что-нибудь? Прикинь, реально у масона где-то нашла. Но про Марченко она еще не спросила, но зато у этого Вольского картину… Подождите, того самого Вольского? Видимо, да. Вот дает. В собственный кабинет войти боится, а к таким дядям. Так я говорю. Она у него нашла картину, которая была в тайнике у того искусствоведа Ермолаева. Это что, Вольский убил Ермолаева? Да ну вряд ли. Тем более грабители не нашли тайник. Жаль. Круто было бы такую шишку арестовать. Нормальные люди мечтают автографы брать, а ты отпечатки пальцев. Вы знаете, Светлана, я должен вам заметить, вы прекрасный профессионал. Я впечатлен вашей работой, и я… Александр Никитич, я не беру денег за атрибутирование. Даже не пытайтесь. Понимаю. Мне и самому неловко предлагать деньги сотруднику Следственного комитета. Должен же я вас как-то отблагодарить. Хотя бы кофе? Прошу. Вижу, вы навели обо мне справки. Да. В качестве платы я бы хотела задать вам один вопрос. Да, пожалуйста. Понимаю, что напрямую нельзя, начну издалека. Ваш дом находится в Трёхпрудном переулке. Когда-то здесь была усадьба дьяка Мисюря Мунехина. Еще в 16 веке он привез из Египта в Россию мистические артефакты, описание обряда. Главный дом усадьбы находился там, где сейчас Музей современной истории России. Это точно. Раньше он был английским клубом, а еще раньше там проходили собрания первого масонского кружка. Вы же не случайно здесь приобрели квартиру? Да уж, вы подошли издалека, аж 16 века. Но к сути подошли верно. Да, я масон. Таинственного здесь ничего нет. Это в позапрошлом столетии масоны скрывались, а сейчас мы совершенно открыто говорим о себе. Нельзя лишь называть другим своих братьев. Почему вы так этим интересуетесь? Мы расследуем одно убийство. Владельца ломбардов Ярослава Марченко. Марченко? Его убили? Вы его знали? Перед смертью он проходил посвящение в масоны. Это не мы. Во-первых, настоящие масоны никогда никого не убивают. Нам это не нужно. Ну, во-вторых, Великая ложа России отказала Марченко, владельцу ломбардов, в посвящении. Скорее всего, сунулся в одну из этих диких лож. Дикие масоны? Да, есть и такие. Они называют себя масонами, но официально их никто не признает братьями. О, от диких можно ожидать всего. Вот они плетут интриги, бегают по полям и лесам, обряды какие-то совершают. Словом, чистые язычники, как дети малые, друг друга называют именами древнеегипетских богов. А откуда вы так хорошо осведомлены о диких масонах? У моего знакомого дача в Салтыковке. Вот там он вовсю наблюдает эти дикие пляски, а потом приносит меня на блюдечки, да на тарелочки. Кстати, скоро, судя по всему, дикие опять будут на прудах чучело какое-то жечь. Так они отмечают день рождения Осириса. Здесь ремонт идет. Посторонним нельзя. Давайте на ограждение. А я не посторонняя. Я из Следственного комитета. А, ну а мы с Жорой вот из прокуратуры. Удостоверение есть? Еще не получила. А, ну вот выдадут, тогда и приходите. А сейчас давайте за ограждение, пожалуйста, от греха подальше. Иди. Вы кому? Bonjour, je m'appelle Мария Жан. Я Мария Жан, представитель фестиваля Давиньон. Я хочу приглашать театр на фестиваль и договорить ваш директор. Мадемуазель. Мадам. Я сейчас найду директора, он где-то здесь, на сцене. Подождать. Вы. Мерси. Так, Токарев сказал, крайний подъезд от Трёшки. Вот тоже мне охранник. У шефа была всего одна любовница, мог бы адрес нормально запомнить. Так, 7-й этаж. Пошли. Аварийный код от таких домофонов знаешь? Ну… Само открывается. Здрасте. Ствол убери. А она не на 7-й бежит? Похоже, на 7-й. Тут человек! Он хочет меня убить! А, да никто не хочет вас убивать. Не трогайте Элю. Я тоже один приемчик знаю. Следственный комитет. Живой, нормально. Нас трогать тоже не надо. Давай. Не убивайте. Вы с Марченко знакомы? Что с ним? Да? Вадим, я, кажется, нашла место посвящения Марченко в масоны. Я все понял. Скоро буду. Ну что, заполошный, вы задержаны? Прежде всего, за сопротивление следствию. Да, ходит тут какая-то девица по объекту. Наверное, из соседнего дома пролезла. Но мы ее с Жорой так и не нашли. Ничего, если ее найду я. Да, пожалуйста. Неожиданно. А как вы здесь оказались? Я решила подтвердить или опровергнуть информацию Вольского о связях масонов и Марченко. А каким образом? Почему здесь? Масоны проводят свои ритуалы в храмах, в символических для них местах. Помещение профанов для них не подходит. И я подумала, если в саду Эрмитаж происходило посвящение Марченко, то оно могло состояться только в храме. И это храм? Конечно. Это здание было построено архитектором Богданом Нилусом в начале 20 века. Нилус, по слухам, был масоном. Я зашла сюда, и вот… Это атрибуты масонского посвящения. Значит, Вольский не обманул. И Марченко был действительно связан с масонами. Да, и я нашла кое-что в комнате напротив. Да, Петр. Ну, Крутиков, ну и что? Меня все зовут Патриком. А за Элю я кого угодно, даже следователя. Она у меня одна. А вы у нее не один. Скажите, вы знали об ее отношениях с Марченко? Он делец, ничтожество, использовал Элю грязно. Но она сказала не трогать его. Ну, конечно, вы-то и квартиру навряд ли снимете. Когда она последний раз просила его не трогать? Да много раз просила. Последний где-то дня 3, наверное, назад. Марченко с охранником внезапно приехали к Элли и меня застали там. Охранник начал меня из квартиры выводить, ну и вывел из себя. Я их там обоих был готов прямо на месте. Но Элли сказала, не надо. Скажите, Патрик, где вы были вчера вечером? С Элли где же еще? У нас была медитация на Воробьевых горах. Вот, это было очень мощно, поэтому мне пришлось ее провожать домой, она сама не могла передвигаться. Что вы. Потом я поехал на работу. Вы еще и работаете? Я еще и работаю в фитнес-центре круглосуточно. Я специалист по восточному массажу и акупунктуре. Ознакомьтесь, это протокол допроса. Если все так, напишите, с моих слов записано верно, и распишитесь. Петр, точнее Патрик, вы массажист. А значит, знаете, как поставить на место шейные позвонки? Да, конечно. Там нужно просто правильно поставить руки и расслабить шею. Потом резко, но аккуратно повернуть голову, и все. А что, у вас проблемы с шейным отделом? Не у меня. У Марченко. Его убили, свернув ему шею. Судя по фото, на Марченко был похожий носок. Видимо, забыли в спешке. Наверное, в этой комнате Марченко находился перед посвящением. И тут его, возможно, и убили. Возможно, наверное. Но даже если у масонов была возможность убить Марченко, ну какой мотив? И для чего им его убивать, если они хотели принять его в свое братство? Хотели принять наверняка в целости и сохранности со всем его богатством. Так что масоны, скорее всего, ни при чем. А комната под кодовым замком? Она точно принадлежит масонам. Они явно каким-то образом причастны к преступлению. В той комнате нет никаких следов Марченко. Гроб, кости. Может, это не какие-нибудь атрибуты, а, например, театральные принадлежности. Но бывают же пьесы с гробами, с костями, с хлебом. Театральный реквизит обычно хранится в предназначенных для этого помещениях, а не в комнате под кодовым замком. И тут замок масонский. Я его открыла, набрав священную масонскую дату. Подождите, Светлана. Вы тоже знаете масонские даты? Я сначала попробовала набрать 24 июня, летний день Иоанна Крестителя, а потом 27 декабря, зимний день Иоанна Богослова. Но не подошло. Я вспомнила, что масонский год начинается не с 1 января, а с 1 марта. И я набрала 24.03, дверь открылась. Вам не откажешь в оригинальности методов, но мне все проще. Смотрите, на 4 кнопках есть потертости. Нажимайте их, и дверь открывается. Но все равно это же масонская дата. Или совпадение? Все может быть. Совпадения разные бывают. Например, 24 марта – день рождения моей жены. Светлана, вы идете? Да. Что за помещение с кодовым замком? Там все отремонтировано. Аренда. А кто арендует? А это не к нам, это к начальству. Там какой-то Борис приходит, у него свои ключи от входной двери. Она ведет в коридор с кодовым замком. Вчера из сада Эрмитаж выносили труп. Что-нибудь знаете об этом? Нет, мы ничего не слышали. Ясно. Всего доброго. До свидания. Масонская версия интересная. Пока мы не найдем этого Бориса, ее откидывать рановато. И еще вы молодец. Обнаружили предположительное место убийства. Ладно, эксперты без нас поколдуют. А мне пора на допрос. Вы задержали любовницу Марченко? И не только. Это фотографии из дела Ермолаева. Ну да. Такой рисунок, улыбка с двумя клыками, был на полу квартиры Ермолаева. Причем рисунок сделан золотой краской из баллончика, а краска достаточно свежая. Мне надо знать, кто сделал этот рисунок. Ермолаев или кто-то другой? Ну, у Ермолаева такого баллончика не обнаружили. Скорее всего, ну, грабители оставили такой рисунок. Вот только непонятно, для чего им понадобилось делать такую улыбку. Это не улыбка с клыками, а наоборот. Дуга с двумя треугольниками. Ты уверена? На кошку похоже. Да, у меня с Яриком были отношения. Ярик? Ярослав Марченко? Для меня просто Ярик. Это было сродни медитации. Мы улетали с ним по ту сторону реальности. Он там освобождался. Марченко был склонен к мистике? Он был скорее суеверен, как и все бизнесмены. Верил во всякие приметы, тайные знания. Общался только с успешными людьми. Вы успешный человек? Ярик считал, что я приношу ему удачу. Он даже снял для меня квартиру, чтобы я жила поближе. Вы были с Марченко в саду Эрмитаж? 3 дня тому назад. Ярик сказал, что у него какая-то важная встреча и попросил меня посмотреть по своим каналам, все ли будет для него хорошо. Я почувствовала опасность и сказала ему об этом. Но, видимо, он поверил мне не до конца, раз его убили. Его убили в саду Эрмитаж. Я же видела, что это плохое место. Вы правильно увидели. Эля, Марченко при вас говорила о масонах или масонстве? Нет, никогда. Это не наша тема для медитации. После поездки в Эрмитаж вы с Марченко виделись? Нет. Он обещал позвонить сразу после своей важной встречи, но так и не позвонил. Я сразу услышала, что-то случилось. А еще у меня было видение прямо перед вашим появлением у моего дома. темные люди вокруг Ярика. Но не они несли опасность. Опасность нес какой-то светлый человек, вроде того, что был с вами. Но мой помощник не совсем светлый человек. Он был светлым по сути. От него исходило что-то серое, жуткое. Оно поглощало Ярика и надвигалось на меня. Я даже вскликнула, меня вытолкнуло из видения. Было очень страшно. Хотелось убежать, и я побежала. И у подъезда вдруг светлый человек. Понятно. Понятно. А где вы вчера были вечером? На медитации, на Воробьевых горах. Это место силы. Я была с Патриком. Здравствуйте. Здравствуйте, Шань. Мама! Бери свой самокат и пошли. Светлана, сегодня Миша здесь пытался забрать, но он же никогда не забирал, и в списке забирающих его нет. Я спросила у него паспорт, у него с собой не было. Да, я обычно сама забирала. И вообще он не должен был, он думает, что ли. Или забыл. Ну, в общем, вы договариваетесь, кто кого когда забирает, а то как-то так неловко вышло. Хорошо, мы разберемся. До свидания. Счастливо. О, товарищ следователь. Тоже по ломбардам ходишь? Я понятно. А вы, Матвей? Меня сюда вызвали. Сейчас под ними земля горит. После смерти отца у них все зависло. Все в меня уперлось. Наследник. А мне эти миллионы зачем? Они были нужны, когда мать надрывалась. А сейчас? Шакалы они. И шакальские у них деньги. Наследника нашли. Ладно, бывайте. Матвей Ярославович, хорошо, что я вас догнал. Вы здесь подпись не поставили. Вот здесь. Спасибо. Простите, господин Глебов, заместитель Марченко, следователь Торопов. Я так понимаю, вы за все теперь отвечаете. Ну а кто? Такое ощущение, что сижу на куче золота и не понимаю, что с этим делать. Все упирается в наследника. А что, наследник кочевряжется? Да нет, он готов отказаться от всего буквально за копейки. Но пока он вступит в право наследства, пройдет полгода, пока откажется. А мне сейчас надо что-то предпринимать, потому что офис обложили. Кто? Ну, например, Иван Лозовой. Он еще при жизни Марченко угрожал. Они все делили сферы влияния в Москве. После гибели шефа он особенно обострился. Лозовой действительно угрожал Марченко? Вам надо спросить у Вали Токарева. Это охранник Марченко. Он вам много расскажет. Мам, а что за циферки? Это такой секрет у картин. У тебя в детском саду что на шкафчике нарисовано? Зайчик. И зайчик означает что? Что это мой шкафчик. Циферки, как зайчик на твоем шкафчике. Они нам секретно говорят, чья это картина. И что нам говорят эти циферки? Что эту картину продал сам Ермолаев. Здравствуй. Здравствуй. А я думал, что вы с Мишей в профилактории. А утром еду мимо сада, смотрю, идете, как ни в чем не бывало. Отняла, значит, сына, да? Запретила даже из сада забирать. Я ничего не запрещала. Ты сам не появлялся. А тут пришел впервые без паспорта. Как ты узнал наш адрес? Ну. Папа! Привет, мой хороший, привет. Там дядя Сережа. Мы сейчас покажем, как на самокате кататься. Миша. Дядя Сережа? Это сосед. Не надо его будить, Миша. Миша! Дядя Сережа! Кто тебе дал наш адрес? Это что за ор? На самокате кататься. Давай в другой раз. Иди спать. И зря никого не буди. Это еще кто? Я же просил мужиков не водить. Давай выметывайся отсюда. Вот в таких, значит, условиях живет мой сын, да? Да еще с таким соседом. С каким? Отбой. Иван Иванович. Следственный комитет. Пропусти. Иван Иванович Лозовой? Он самый. У меня к вам несколько вопросов относительно Ярослава Марченко, вашего конкурента по ломбардному бизнесу. Это была хулиганка. В каком смысле? Без смысла. Мы с Марченко пошумели немного из-за одного помещения на востоке Москвы под ломбард. Я его нашел, а Ярослав его подмял под себя. Ну, вообще беспредельщик. Ну, я и заварил ему дверь в офис. Вернее, даже не я, а мои люди проявили инициативу, перестарались. Так что зря вы, гражданин-следователь, топчете свои ноги. Это хулиганка. Административка. Марченко убит позапрошлой ночью. Так. Все остальные вопросы только в присутствии адвоката. Повестку присылайте сюда в офис. Я здесь чаще бываю, чем дома. Кто рупор слушает? Токарев убит. Кто? Токарев. Валентин Токарев? Да. Обнаружили по внутренней базе, что Валентин Токарев проходит у вас свидетелем по одному делу. Правильно сделали. Парень с девушкой под утро обнаружили. укромно так лежал в кусточках. 3 удара чем-то тяжелым. Лом, арматура, я не знаю, это потом эксперты установят. Куда били? По горлу, грудь и по голове. 2 шага парень до дома не дошел. Он тут совсем недалеко живет, вот, у парка. Понятно. Значит, к нам в институт обратился один очень высокопоставленный человек насчет атрибутирования картин. Ну и тут сразу все поняли, что это можешь сделать только ты, а тебя уволили. Так значит, вваливается ко мне эта Жанна Константиновна. С кафедры культурологии? Так других-то Жанн у нас нет. Ну и давай кусать локти у меня в отделе кадров. Свяжи меня со Светланой, свяжи меня со Светланой. А как я ее свяжу, если ты мне свой новый номер не дала? М? Ну и я выдала ей адрес, где ты сейчас живешь. Она к тебе приходила? Я уже атрибутировала картины одному очень высокопоставленному человеку. А Жанна Константиновна ко мне не приходила. Дремов пришел. Что? Вот зараза! Это значит, адресок коммуналки она для Дремова взяла. А атрибутирование так, предлог. А откуда Жанна узнала, что мы живем с ним порознь? Не знаю. Я никому не говорила, если только вот девочкам из бухгалтерии. Это все равно, что по репродуктору объявить. Вот ведь акустика у нас в институте. Все все слышат. Мне в метро. Ты не злишься, Свет? Да не злюсь. Пока, Вик. Пока. Машинка нашлась. Сгоревшая, правда, но нашлась. Что за машинка? Бориса Синева. Бывший серебристый седан. Номера скручены, только по ВИН-коду удалось определить, кому принадлежит машинка. В ней обнаружены сгоревший мобильный телефон и нечитаемые остатки документов, предположительно, Марченко. И суперприз. Биллинг номера Марченко. В последний раз он засветился возле сгоревшей машинки в районе Салтыковки. В Салтыковке на прудах дикие масоны будут отмечать день рождения Осириса. Мне об этом Вольский сказал. А когда у нас день рождения Осириса, я позабыл? 26 июля. Уже прошел, впустую. Да, но Вольский намекал, что день рождения еще только будет. Слушай, на заднем стекле машины, кажется, была надпись «Осирис». Как-то здесь все сходится не по-детски. Прямо-таки стучатся масоны в нашу дверь. И надо убедить Вадима Романовича эту дверь открыть. А Синёве так и нет вестей? Пропал. Ни друзья, ни знакомые не знают, где он. Телефон отключен. Он может появиться на дне рождения. В Салтыковке. Тогда надо узнать место и время поточнее. Я постараюсь. Это я во всем виновата. Как этого Марченко убили, так Валя остался без работы. Я и предложила ему пойти устроиться к конкуренту Марченко. Ивану Лозовому? Да, я слышала про него от мужа. Про стычки между хозяевами ломбардов. Я подумала, что Лозовой по-любому захочет забрать бизнес Марченко. А Валя, он все знал про этот бизнес. И он пошел к Лозовому устраиваться на работу? Угу. А тот ему отказал. Сказал, что Валя как-то слишком быстро переметнулся. И вообще, что он за телохранитель такой, если его хозяина убили. Валя пришел домой весь в ярости, тут стекла дрожали. А вечером он опять пошел по работе. Сказал, что у него разговор с Лозовым не закончен. Моего мужа убил Лозовой. У вас готовы экспертизы по убийству Валентина Токарева? Пришлите нам. Нужно их проверить на совпадение по нашему делу. Отлично. Это моя кандидатская диссертация. Я должен это прочесть? Нет, не надо. Вот. «Золотая кровь». О ней умолвался коллекционер Андрей Лапин, когда вы его по делу Черного Орлова допрашивали. Светлана, вы, кажется, называли эту организацию мифической. Я так не говорила. Я сказала, что ее считают мифической, а сама я считаю, что она существовала. В своей кандидатской я пыталась это доказать, а оппоненты настаивали на обратном. Золотая кровь пришла в Россию из Англии и активизировалась у нас на рубеже 19 и 20 веков. Ее следы упоминались в газетах того времени. А последнее упоминание датируется 20-ми годами прошлого столетия. У этой организации есть свой почерк. Не знаю, для чего они используют символы из сказок. Вот. Это знак из индийской сказки про золотую антилопу. Большая трапеция копыта, маленькие золотые монеты. У нас тоже есть похожая сказка «Серебряная копытца». Да, верно, Бажов. А вот знак. Уши подземной кошки. Дуга земля, из нее ушки торчат. Сказка Бажова так и называлась «Кошачьи уши». Но символ использовался задолго до Бажова. А теперь внимание. Это фотографии из квартиры искусствоведа Ермолаева. Но это еще не все. В доме Вольского я видела две картины. Одна из них, кисти Николая Ге, хранилась в тайнике покойного Ермолаева и была продана им самим еще при жизни. Он сам достал ее из тайника, который так и не смогли найти грабители. Светлана, вы оформили все это документально? Кому и за сколько он продал, как картина оказалась у Вольского? Да. А вот на второй картине начала 20 века я обнаружила знак. Два треугольника на дуге. Кошачьи уши. Вы мне предлагаете объединить все три дела? Ермолаева, Лапина и неоткрытое дело Вольского? Я ничего не предлагаю объединять. Я просто пытаюсь понять, почему в разных делах попадаются одни и те же знаки одной и той же таинственной организации. Может, это банальная банда так метит свои преступления? Как, например, «Черная кошка». Вам попадалась такая банда? Ни разу. Извините. Да, труп услышит. Понял. Гарик, вызывай на ковер. Вадим. Да. Может, золотая кровь дожила до наших дней? Она существует и продолжает действовать? Может. Да не надо валить все в одну кучу, а? Пусть они до убийства расследуют в Юго-Восточном округе. Нам что, мало своих дел? Я не собираюсь отнимать чужой хлеб. Но таких совпадений не бывает. Эти два убийства точно связаны. В деле Токарева могут быть зацепки по делу Марченко. Подожди, то есть по делу Марченко у тебя никаких зацепок нет? Задержаны Эльвира Баринова, любовница Марченко, и Петр Крутиков, любовник Бариновой. Густая мотивация. Их алиби сейчас проверяется. Также я рассматриваю версию о причастности к убийству Ивана Лозового, конкурента Марченко. Нам известно, что Токарев накануне своей гибели встречался с Лозовым. На встрече произошел скандал. Я надеюсь, у тебя есть ответ на вопрос, зачем Лозовому убивать охранника своего мертвого конкурента? Ответа нет. Угу. А еще зацепки есть? Есть масоны. Даже дикие масоны. Это версия Светланы. Не надо, ой, не надо и заниматься этими масонами. Масон – это не женское дело. Пусть она копается себе в этом тихом деле ограбления искусствоведа, а? Она у нас девушка толковая, перспективная, ее беречь надо. И потом, что я тебя вызывал? Вот зачем тебя вызывал. Передашь? Вот. Трассологическая экспертиза – это следы волочения, подошв, следов протекторов, ну и тому подобное. О, Романыч, тут как раз тебе с Юго-Востока передали по делу Токарева. Ага. Показывай. В общем, рядом с трупом Валентина Токарева обнаружены следы от кроссовок. Один с трещиной на подошве. Надеюсь, это не масонский след? Ну, навряд ли. Те масоны были в ботинках, а тут все-таки кроссовки. А что по телу? Там вроде 3 удара было. Удары в горло, грудь и по голове. Причем удар в горло был смертельным. Предположительно, удары нанесены арматурой. Это масонское убийство. Да почему? Так убили Хирама Абифа, строителя храма Соломона. К нему возводят себя масоны. Убийцы требовали от него раскрыть пароль мастера-строителя храма. Хирам Абиф отказывался, а при отказе каждый из убийц наносил удар. Линейкой в горло, угольником в грудь, молотком между глаз. Светлана, пожалуйста, отвлекитесь от масона и займитесь делом искусствоведа Ермолаева. Это распоряжение Козицкого. И он вам просил еще передать вот это. Это мне пригодится. Ну, тогда я пойду. А то у меня встреча с Полиной Останиной. Это кто? Это подруга искусствоведа Ермолаева. Вы же велели меня его делом заниматься. А за мной сидеть не надо. По делу Марченко. Экспертиза готова? Да. В комнате за дверью с кодовым замком никаких отпечатков пальцев не обнаружено. Предполагаю, что масоны во время своих ритуалов используют перчатки. А кроме масонов никого еще нет, что ли? Носок. Какой носок? С эпидермисом Марченко. Ренат. Леня Ермолаев был чудесный. Мы с детства с ним дружили. И друзья у него были чудесные. Все такие одухотворенные. Еще бы, искусствоведы. А Леонид Александрович увлекался творчеством Ге. У него даже хранился подлинник одной из картин Ге в тайнике. Да вы что? Леня всегда считал, что место картины в музее, а не в квартире. Для него это было мещанство, которое убивает великое искусство. У него никогда не было картин, тем более тайников. Полина Николаевна, а кто еще был в этой компании? Леонид Ермолаев, Владислав Гребеньков? Я уже не помню всех. Прошло-то почти 60 лет. Влада помню, потому что он за мной ухаживал. А потом он распределился в Нижний Новгород, тогда Горький. Леня говорил, что Владик умер не так давно. Есть три новости. Плохая, никакая и так себе. С какой начать? На твой вкус. Ивану Лозовому не доставили повестку. Он куда-то пропал. Это новость никакая. Дальше. В департаменте строительства ничего не слышали об аренде помещений под кодовым замком и ни о каком Борисе Синеве. Так что как Борис Синев проник в помещение, находящееся на ремонте, и установил эти самые двери, непонятно. Так себе новость. Что плохого? Проверил я Патрика. День убийства Марченко Петр Крутиков явился по месту постоянной работы в круглосуточный фитнес-клуб, откуда не уходил до утра. Как мы помним, труп Марченко обнаружили в 23:14. Вот малохольный Эли Патрик. Не удосужились назвать точное время своей медитации на Воробьевых горах. Счастливых часов не наблюдает, а нам задерживай. У них алиби. Надо отпускать. Слушай, а давай всех отпустим и никого не будем искать. Все равно найти никого не можем. Вы сейчас серьезно? Шучу. Ба, ты опять пьешь кофе на ночь глядя? Ой, моя дорогая, в моем возрасте привычки продлевают жизнь. Супер, Глаша, а ты скоро приедешь? Хо-хо-хо-хо-хо! Супер бабушка спешит на помощь! Ой, я так давно в Москве не была. В самом деле, что ли, приехать? Ба, у нас тут кардинальные изменения. Мы с Мишей живем вдвоем. Угу. А я знала, что рано или поздно это случится. Ты уйдешь от него. Я даже не буду притворяться огорченной. Знаю, ты никогда его не любила. Ба, я тут разбираю одно преступление по моему профилю, и оно связано, можно сказать, с искусствоведением. Светлана, тут к тебе из опеки. Что там за крик? Бабуль, там кто-то пришел, не могу больше говорить, попозже. Так, Миш, посиди в комнате, не выходи. А что случилось? Светлана Сомова, сейчас будем разбираться. Мы пройдем, мы ни в коем случае не следим в вашей чисто убранной коммунальной квартире. Нет, без участкового не пущу. Где участковый? Мы не обязаны приходить с участковым. Да вы вообще приходить не обязаны. Вот, смотрите, органы опеки. Нам необходимо знать, в каких условиях здесь живет ребенок. Пропустите нас. Слушай, ты руками не дрожи, дай вглядеться. Сами рисовали? Нет. На нет вот вам Следственный комитет. Света, покажи свое удостоверение. Сейчас. Вот. Да? А на да вот вам решение суда. Вы свое удостоверение где? В метро покупали? Так в метро уж удостоверения не продаются. Да? Откуда знаешь? Пытался купить? Ну-ка, опека, пусти человека. Всего хорошего. Это не настоящая опека? Да липовая. Это наверняка вот этот вот мужик прислал, твой бывший. Решил запугать, чтобы ты Мишаню ему отдала, прям на блюдечке с голубой каемочкой. Блюдечки? Ты чего в ступор впала? Спасибо вам, Сергей, большое. Я бы без вас не смогла так грамотно с ними поговорить. Блюдечко и тарелочка. Вот малохольные, прости, Господи. Юр, прости, что так поздно. Мне просто нужно выяснить, когда день рождения Бориса Синева. Сегодня, а что? Спасибо, Юр. Так, все, хватит дела перебирать. Иди домой, ночь на дворе уже. На дворе, да не на нашем. Ладно, большой босс, не ругайтесь, скоро пойду. Кстати, звонила Светлана. Тебе? Угу. Спрашивала, когда день рождения Бориса Синева. Если верить его водительскому удостоверению, то это сегодня. Жаль, не можем лично поздравить. А зачем ей день рождения Синева-то? День рождения Осириса. На заднем стекле машины Синева была надпись «Осирис». Светлана! Ой, Исида! Ты собрала все 14 частей растерзанного Осириса. И он стал единым, и воспылал к твоим мольбам, и сгорел. Словно феникс, он возродился из пепла, и в огне воскрешения сожглись… А день рождения не опоздал? Работаем. Ты очистился для нас. Мир, гор. Давай, давай! Вот это мог! Давай, двигаться! Все на колени! Руки плохо! Я лежу, лежу! Спокойно, не дергаться! Стоять! Борис Синев, давайте не будете бегать. И вам легче, и нам спокойнее, да? Надо было заранее мне сказать, что вы вычислили время и место дня рождения Осириса. Мы еле успели с подарками-то. Простите, я была не до конца уверена, что правильно поняла намеки Вольского о блюдечке и тарелочке. Решила сперва сама все проверить. Вы слишком часто оказываетесь совершенно одна в опасных местах. И, похоже, это неисправимо. Так что давайте будем посещать занятия по самообороне. Лишним это не будет, да? Вот и сожглись три волнения. Ваше имя в ложе Осирис? Если вам это известно, зачем спрашивать? Название ложи есть? Название к делу не относится. Если вы Осирис, тогда ложа Исида? Гражданин Синев, Все участники ложи Исиды задержаны, в том числе ваш сообщник Максим Румянцев. Сейчас происходит допрос всех. Я прошу вас отпустить братьев и Румянцева. Они ни в чем не виноваты. Вся ответственность за произошедшее на мне. Но клянусь, я не убивал Марченко. И никто из братьев не убивал. Мы хотели его принять в наше братство, и все. Великая ложа России не приняла Марченко. Почему Исида решила его принять? Вы очень хорошо осведомлены. Удивлен, не скрою. Великая ложа Исиде не указ. Поэтому нас считают дикими, хотя, на мой взгляд, дело обстоит как раз наоборот. Что касается Марченко, он очень хотел стать вольным каменщиком. Он был хорошо обеспеченным человеком. Это тоже сыграло свою роль. Мы давно уже ищем признание западными ложами. Для этого нужны были деньги. В общем, богатый собрат нам бы не помешал. Что произошло в саду Эрмитаж? Мы готовили Марченко к обряду посвящения первого градуса. Сняли с его левой ноги ботинок и носок. Такая традиция, понимаете? Господь приказал Моисею: сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая. Руку ему оголили. Человек должен впервые войти в храм как бы растерянным, он ведь не знает, что впереди. Мы потом ушли. Его оставили в незапертой комнате. Оставили на полчаса, как положено. Там он должен был подумать, собраться с мыслями, отрешиться от всего мирского. Когда я вернулся в комнату за Марченко, чтобы вести его на обряд посвящения, он был уже мертвый. Борис, если вы не убивали Марченко, ну зачем вы тогда потащили куда-то труп? Мы растерялись. Как полиции объяснить смерть владельца ломбардов во время масонского обряда? Мы не знали, что делать. У нас нет никакого опыта заметать следы. И вы такие неопытные. Все-таки решили их замести? Я понимаю вашу иронию, но у нас не было выхода. Мы с Максом Румянцевым взяли на себя вынос Марченко. Хотели его увезти и похоронить за городом. Нам почти удалось донести труп до машины, но не получилось. Остальные братья убрали все лишнее в комнате. Мы уехали в Салтыковку, в загородный дом одного из братьев. Мы сожгли и машину с Осирисом, и документы Марченко вместе с телефоном. Потом пошли в дом и больше никуда не выезжали, не выходили из Салтыковки. Хотели дождаться ареста убийцы Марченко и явиться к вам с повинной, чтобы нас не считали соучастниками убийства. Вышли мы только один раз на обряд сожжения треволнений. Вам знаком Валентин Токарев? Это охранник Марченко? Нет, я видел его пару раз вместе с Ярославом. А Марченко убил охранник? Охранника тоже убили. Как Хирама Абифа. 3 удара в горло, в грудь и в лоб. Странное, ритуальное убийство. Это охраннику великую честь оказали. Хирам – это отец, универсальный дух посвященных строителей. Если убивать кого-то символически, как Хирама, то надо бы сверху еще положить горсть земли и ветку акации. Они символизируют погребение под горой Мария. Это мы тоже учтем. Борис, вам надо было всего лишь сообщить об обнаружении трупа, а в результате репутация ложи пострадала. Исида получила целый букет статей. Свет, мы тут с Юрой пообедать собрались. Не составите компанию? Хотела бы, но у меня встреча. Ну, вы пообедать не забудьте. И вообще вы молодчина. Версия с масонами – это 5. Ну, только дело не раскрыто. Мне кажется, Синев не врет про убийство Марченко. Это не они. Видимо, кто-то со стороны взял и воспользовался ритуалом, чтобы свернуть шею владельцу ломбарда. Угу. Из тех, у кого есть мотив, остался только Лозовой. Но мы его пока найти не можем. Надо бы у заместителя Марченко спросить. Глебова? Вы думаете, он знает Лозовой? Ну, Глебов сам вам жаловался, что Лозовой на него давит. Вряд ли он так скоро отстал. Ну что ж, это здравая мысль, да. Ты закрываешь фирму, я переписываю ее на себя, и все. Больше никаких спорных территорий. А нас что значит, на улицу? Зачем? Так же будете работать, только теперь на меня. Я смогу закрыть фирму только через полгода. Сейчас. Сейчас нельзя, есть наследник. И он вступит в права только через полгода. Слушай, Егор, а может, наследник денется куда-нибудь навсегда? Тогда процесс ликвидации фирмы займет годы. Иван, не торопись. Сын Марченко и так готов отказаться от всех прав. За какую сумму? За минимальную. Он еще выдвинул какие-то условия. Если мы оставляем в покое его девушку, то он отказывается от всех прав. Что за девка? Да я сам первый раз о ней слышу. Вроде как Марченко хотел выселить ее из квартиры на первом этаже и открыть там ломбард. Конечно, я согласился на эти выгодные условия. Я не знаю, кто ее там хотел выселить. Может, это ты? У тебя же работают ломбарды в бывших квартирах? Заткнись. Либо ты закрываешь фирму через 3 дня, либо вспомни, что случилось с Марченко. Руки на стол, быстро! Подошву не повреди, для экспертизы понадобится. Гнида. Извини, Ваня, очень жить хочется. Ну что, поговорим? Поговорим. Только в присутствии адвоката. Пакуйте их. Вот чеки с автозаправочных станций. Фотография с камер слежения. Сделаны они в Твери. Есть также фотографии с места будущего ломбарда, тоже из Твери. У нас есть выписка по банковской карте, есть счет из гостиницы, у нас есть все оплаты, а главное, есть дата, время. Вот, вот и вот. Я понял, понял. В момент убийства Марченко вы были в Твери. А оттуда руки до Марченко не дотянутся. Ленарок прилагается? Иван Иванович, с такой базой говорите неправду. При первой нашей встрече вы сказали, что не знаете о смерти Марченко. Но к тому времени вы уже встречались с его охранником. И не могли не знать, что вашего конкурента убили. Моего клиента? Да не называй ты меня клиентом. Доверителя. Всем прекрасно известно, кого в первую очередь подозревает следствие. Конкурентов. Поэтому Иван Иванович правильно сделал. Взял время и связался со мной. А я, соответственно, добывал доказательства его невиновности. Но только в это время, прошу обратить ваше внимание, он не скрывался от следствия. Он просто-напросто не выходил на связь со следствием. А сейчас, когда мы во всем разобрались, я предлагаю, давайте спокойно побеседуем. Что вам известно об убийстве Валентина Токарева? Это кто? Это охранник Марченко, с которым вы встречались. Можно сразу уточнить, где и когда было совершено убийство? 2 дня назад, около 11 часов вечера, в районе Кузьминки. Я был с женой в Большом театре. Билетики сохранились. Подождите, а вы действительно встречались с убитым охранником? Я встречался с живым. Он приходил ко мне, просился на работу, я отказал. Все. Зачем мне убивать какого-то охранника? Где он, где я? Вы еще скажите, что я его заказал. Вы можете вообще, Иван Иванович, ничего не говорить. Почему? Пусть все говорят. Пусть мои телохранители говорят все как на духу. Мне скрывать нечего. Мы обязательно пообщаемся с вашими телохранителями. И еще один вопрос к вам. Насчет вашей связи с масонами. С кем? У меня никаких связей на зоне нет. В исправительных учреждениях. Я про настоящих масонов, а не про тюремных охранников, которые называют масонами на воровском жаргоне. Я знаю только тех, которых называют на воровском жаргоне. Других в глаза не видел. Все? Да? Вы задержаны? Господи, ну... Началось. На каком основании? На основании того, что мой подзащитный ничего не знает о масонах, и у него стопроцентное алиби? Ну, здесь-то вы да. Скажите, а как в суде будете выкручиваться? Но мы выкручиваться не будем. Предоставим доказательства, подстрекательство к убийству и шантаж конкурентов вкупе с угрозами. Запись разговора вашего клиента с Глебовым у следствия имеется. По результатам экспертизы, кроссовки телохранителя Лозового не совпадают со следами возле убитого Токарева. Ни по отпечатку с трещины, ни по размеру. А другие подопечные Лозового, они могли убить? Да реально ему незачем было убивать Токарева. Остается Егор Глебов. У него были причины убивать своего босса. Он мог знать место посвящения в масоны, а Токарев мог про него что-то знать. Может быть. Глебов странно вел себя на встрече, говорил под запись и все время переводил стрелки на Лозову. Даже напрямую обвинил, что не Марченко, а Лозовой хотел отобрать квартиру Даши под ломбард. А Даша это кто? Девушка сына Марченко. Она приходила в комитет по поводу Альби Матвея в такой смешной косынке. Вы были на свидании ночном в квартире Матвея. С кем оставался ваш ребенок? С мамой. Я ей звонила. Она была у подруги с ночевкой на дне рождения. Вы же не могли Катю оставить одну? Я сама мать-одиночка и знаю, каково это. Знаю, что ребенку нужен отец, и без мужчины в доме трудно. Но если этот мужчина преступник… Я не была у Матвея в тот вечер и ночью. Я с Катькой была. Матвей меня заранее попросил, ты, говорит, не приходи сегодня, но потом скажи, что у меня была всю ночь. И потом меня, правда, вызвали. И я соврала. Матвей потом сказал, что по гроб жизни мне обязан. Жениться обещал. Даша, вас хотели выселить из квартиры? Да, хотели забрать ее под ломбард. Марченко. Точно Марченко? Да, я сама спросила у этих громил, на что им сдалась квартира на первом этаже в Котельниках. Одну кукурузу, пожалуйста. Закрыто на учет. И они вам сказали, а вы это передали Матвею. Они больше не приходили. Мне страшно. Господи, кого я могла привести к своей Катьке? Давай. Ты опять закрутил? Иди откручивай. Слабаки. Матвей! Стоять! Что происходит, а? В день смерти вашего отца вы не были с Дашей. Она в итоге не подтвердила ваше алиби. У нас есть свидетели с сада Эрмитаж. Они видели, как вы зашли в здание на ремонте и готовы вас опознать. Кто там меня может опознать? Моего лица не было видно. Значит, вы были в саду Эрмитаж? На арапу взяли. Ладно. Мне теперь на все наплевать. Я остался один. Даша меня предала, мать умерла. Детей нет, друзей не скопил. У вас был отец. Отец! Спасибо ему за отчество. Он мою мать в гроб погнал. Даже на похороны не пришел. Я ведь звал его, а он меня послал. Как я понимаю, вы с отцом общались и в зрелом возрасте. Не только пацаном, как сказали, да? Ну, было. Один раз на похороны звал, другой… Как откинулся, работу не мог найти. Вот и пришел к папе. Не денег просить, работу. А он даже разговаривать не стал. Кивнул своим рындом. Охранником? Ну, они меня под зад ногой с увечьями средней тяжести. В третий раз когда встречались? Когда Дашку громила обложили. А от нее вы узнали, что громила Марченко? Ну да. Я и побежал опять к папе. Разбираться. Мне опять наваляли. Вот тогда я понял, что отец мой Ярослав Васильевич меня в покое не оставит. Он меня хочет рядом с матерью закопать. Но тут я узнал про обряд. Масонский. Там лоха держит одного в комнате, без присмотра. А откуда вы узнали про обряд? Есть такая штука, интернет. Попробуйте, там все можно найти. Я об обряде там узнал, истории про масонские убийства вычитал, про Хирама этого Абифа. Я приехал в Эрмитаж, всех отследил, видел, куда отца заводили, ну и пошел прям туда. Отец сидел совсем один, точно как в интернете писали. В общем, свернул ему шею, как барану. Вот такой вот мой подарочек масонам получился. Даже интересно было бы на их рожу посмотреть. Никто там меня не видел, это стопудово. Телефон вы оставили дома, чтобы не светить по биллингу в Эрмитаже. Даша подтвердила ваше алиби по вашей просьбе. Вы вне подозрений. Чем вам охранник-то помешал? Я его не трогал. Кто его убил, не знаю. Откуда вы знаете, что вы убили? Слухами земля полнится. Около трупа Токарева обнаружили отпечаток вашей кроссовки. Встреча на подошве. Развейте слух. Расскажите, зачем вы убили ни в чем не повинного охранника? Не повинного? Он собирался меня шантажировать. Вызвал в Кузьминки и начал пальцы метать. Шипел, что полиция все расскажет, как я до отца докапывался, как преследовал его. Потом мое наследство начал делить. Типа, когда получу, с ним должен буду поделиться. А эти полгода он за мной следить будет. И за девкой моей. В общем, не стерпел я. У меня, правда, была уже с собой арматурина в газетке. Я и ударил ее 3 раза. Как Хирама этого Абифа. И вы решили все списать на масонов? С них взятки гладкие. Матвей, как вы узнали, что ваш отец будет проходить масонский обряд? У громил узнал, которые на Дашу наезжали. Я же не мог с отцом напрямую встретиться. Не подпускали. Вот они мне и сказали, когда отец один будет. И адресок подкинули. А откуда громилы узнали про обряд? И почему они решили поделиться с вами этой информацией? А вы их найдите и сами спросите об этом. Вот он по красоте выступил. Одним движением руки перекрыл кислород своему отцу и целую ложу масонов. Нас использовали. Что? Кто? Он знал, что я работаю в Следственном комитете. Он закинул сети и выманил меня. Марченко, Кононов. Я сама и вы с моей подачи стали пешками в большой игре настоящих масонов против диких. Я должна с ним поговорить. Рад вашему приходу, Светлана. Но я вижу, вы чем-то недовольны. Чем же? Тем, что я поняла. И что же вы поняли? А я поняла, что дикие масоны хотели занять место Великой ложи России. Вас это, конечно, беспокоило, но потом появился Марченко. Вы ему отказали, и дальше началась шахматная многоходовка. Шахматы ведь прекрасная игра, согласна? Вы толкнули Марченко в объятия диких масонов и зашли с другого фланга, со стороны его сына. К его невесте пришли как бы громилы, и через них вы передали ему время и место посвящения Марченко в 1 градус. Но градус смерти только накалялся. Началась атака по центру. Вы поняли, кто будет консультировать Следственный комитет насчет масонства? Это я, новый сотрудник комитета. Дальше вы закинули удочки в институт, где я работала, моей сокурснице Кристине, еще куда-то. И выманили меня на атрибутирование картин. Но картины были лишь предлогом. Как бы в благодарность вы дали мне подсказку. Дикие масоны, день рождения Осириса, блюдечко и тарелочка. Все. Исиды больше нет. Великая ложа может спать спокойно. Блестящая партия, Александр Никитич. Да никто никого не заставлял ни умирать, ни убивать. Люди всегда все делают сами. Им нужно лишь предоставить отчетливый выбор между добром и злом. И обычно выбирают безумие. Выбор или иллюзия выбора. Между ними такая же разница, как между дышать или не дышать, когда тебя держат за горло. Я вас не ошибся, Светлана. Если честно, впечатлен вашим умом бесстрашием. Я слышал, вы разводитесь, это так? Слышали от кого? Ну, например, от Кристины. Также я знаю, что вы живете в коммунальной квартире. Что я могу для вас сделать? Могу взять на себя все издержки, связанные с таким деликатным процессом, как развод. У меня есть как раз свободный дом, и вы могли бы там жить. Благодарю, но меня не интересует ваш дом. Мне интересна одна из ваших картин. На ней был знак золотой крови. Я ничего об этом не знаю. Прозвучало как-то неубедительно. Значит, организация существует, и вы ее боитесь? Я не боюсь того, с чем не имею дела. А вам, глупые и наивные девочки, тем более не нужно туда лезть. Да, молодцы эти благородные масоны. Ведь к ним не придерешься. Добились своего. А в результате что? Марченко убит своим сыном. Убит в масонской мясорубке Токарев, Лозовой под следствием, дадут небольшой срок, но бизнес его пострадает. Они тут ни при чем. Я не я и ложь не моя. Ну, реально красавцы. Есть кое-кто еще красивее. Золотая кровь, например. А, золотая кровь причастна к делу Марченко? Не думаю, но к убийству Ермолаева очень может быть. Надо сделать запрос в Нижний Новгород. По поводу? По поводу смерти искусствоведа Владислава Гребенькова. Он был другом Ермолаева и тоже недавно умер. Надо понять, совпадение это или нет. Завтра же такой запрос отправим. Пока. Это тебе. Даже не помню, что я не люблю сорванные цветы. Неудачная попытка. Тебе, наверное, больше нравятся помятые машины и коммунальные квартиры, да? Мне нравится честность, Саша. А у тебя ее нет.